такое дело, в общем, в снегу, в сугробе на остановке нашел вот карточку. Нариман Магомедов какой-то. Сбербанк. Ну, вернее, как кошелек нашел. Тут еще была карточка вот такая, Тинькофф. Премиум даже. Следующая карточка здесь. Тройка. Еще одна тройка. Дверку закрой. Еще одна карточка. Какая-то непонятная. Еще одна карточка. Лига ставок. Еще одна карта. Перекрестка. Тоже какая-то непонятная карточка. Еще одна карта пятерочки. Еще одна карта пятерочки. Мокрый до сих пор еще. И еще карточка такая. Дальше в кошельке еще такое вот отделение с ножницами. Тут ничего. Ну и здесь, соответственно, кроме снега тоже ничего не было. Мокрый еще. Нашелся. Вот по соцсетям этого Магомедова так и не найдешь. Но зато можно сдать завтра в этом самом в Сбербанке. Я думаю, по номеру карты они сообщат ему, что его ждет находка. Попробуем. Папа. Ау. У меня вопрос. Какой? Что это такое? Не знаю, что это такое. Нет. Это кошелек я вот нашел. Как ты думаешь, нужно в Сбербанк его отнести или в милицию лучше? Лучше в милицию, потому что... А милиция... может лучше в Сбербанк? Они по карточке узнают, чья это карточка, и отдадут? В Сбербанк карточку, а кошелек в полицию. Так я в Сбербанк отнесу вместе со всеми карточками, которые нашел, и все. И отдам, и ему все передадут. И он скажет тогда... Хорошо, что мне вернули мои карточки. Не надо восстанавливать, Надо сначала полицейскому дать, а то вдруг это какого-то убийцы. А ну-ка сядь сюда. Какого убийцы? Ну какого? Человек потерял кошелек. Какого убийцы? Ну может этот человек, он убийца. Да нет, нормальный человек. Просто растеряша небольшая. Да? Небольшая растеряша. Вернем ему кошелек. Да. Мы же добрые. Да? Только давай ножницы заберем. Нет, ножницы мы забирать не будем. Это чужие Чего? Ножницы. Здесь магнит. Это чужие ножницы. Здесь если магнит. Ты нашла, то надо точно в таком же сохранности, в такой и вернуть. Прикольно, там магнит магнитит ножницы. Магнит магнитит ножницы? Да. Все, пойдем завтра возвращать, да? Да. Ну все. На улице творится какая-то невообразимая фигня. Коммунальщики не справляются, но нужно ехать в банк, отдавать карточку. Здрасте. Можно снимать? Можно снимать вас? Зачем? Дело такое, я нашел кошелек, тут карточка Сбербанка. Ну. Можно это как-то через службу безопасности позвонить человеку, может заберет? Просто обычно даем в окно. Ну, люди, а в окно которые, можно? Да, которые находили карты другого клиента. А как просто... позвонить? Сейчас. Тут же просто не одна карта, тут много карт. Ну, я вот просто тоже передавала. А, хорошо. Слушай, вот опять обнаружили карту пропавшую. Все карты пропавшие? Ну, кошелек я нашел. А, кошелек? Да. Ну, это ваш, просто его положили. Просто он недалеко здесь. Может быть, просто позвонить человеку, если есть служба безопасности там. Ну, сейчас попробуем, сообщить. Да. Там, по крайней мере, карта есть. Сейчас посмотрим. Да.
Да все получается, я вам. Все, до свидания тогда. Да, до свидания, спасибо, сейчас. Сюда можно выйти? Ну вот и все. Сейчас позвонят и вернут владельцу то, что он потерял. Так что давай. Удачи.